Добрый день, меня зовут Клэр Морито, я являюсь ответственным редактором публикации ДОСИПа, и это краткое видео позволит представить вам услуги публикации, которые предлагает ДОСИП. С прошлого года у нас появилась новая формула, что касается публикации. Помимо апдейта у нас появилась сводная записка, то есть несколько их, два раза в год они выпускаются. И апдейт, надеюсь, что вы получали его по почте в прошлом году. Если вы не получали, обязательно напишите мне, потому что вы должны были получить. И сводная записка. Сводная записка – это скорее резюме того, что происходит на конференциях международного уровня. Типичная ситуация – это МПКН, постоянный форум по вопросам коренных народов. И я хотела бы представить вам сводную записку по постоянному форуму коренных народов, в частности, его 16-го издания, в котором говорится о 10-летней годовщине принятия декларации о правах коренных народов. Это, конечно, требовало того, чтобы мы сообщили о таком событии на всех наших сетях делегатов коренных народов. Апдейты, конечно, говорят о ситуации в целом, а сводная записка содержит больше деталей, и часто мне приходится приходить на конференции, общаться с делегатами, и в первую очередь для того, чтобы знать, каковы ваши потребности в информации, и во вторую очередь для того, чтобы соблюдать наши принципы нейтралитета и беспристрастности. Поэтому обязательно скачайте последнюю сводную записку по ссылке, которая прямо надо мной. И, конечно же, не стесняйтесь присылать мне ваши отзывы, как вы используете наши публикации. Это позволит нам сделать нашу услугу более полезной для вас. И встретимся на следующей конференции. И до скорой встречи. До свидания.